Количество дорожно-транспортных происшествий в Чувашии сократилось более чем на 2%. К такому выводу пришли на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Анализ аварийности показывает, что по итогам 11 месяцев нам удалось сохранить ситуацию аварийности под контролем. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 2,2%. Число погибших людей на 10,2%. То есть у нас за 11 месяцев погибло 106 человек в дорожно-транспортных происшествиях. Раненых сократилось на 2,4%. Утвержден план работы на следующий год. Особое внимание будет уделено ликвидации аварийно-опасных участков, созданию безопасных условий для движения пешеходов-велосипедистов. Запланированы средства на установку комплексов фото-видеофиксации. Никто не отменял и профилактической работы, в частности, по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей.